друзья! С вами канал «Мир особенный Дашули», и вот мы проснулись. Будем готовить завтрак. Рисовая каша на козьем молоке. Берем 150 грамм риса. Ну, пусть будет 155. Ничего страшного. Рис надо промыть хорошо в воде и дать настояться. Берем козье домашнее молоко и заливаем. Наливаем водички. Ну, 300 грамм. Вода у нас родниковая. Добавляем в наше молоко. И вот получилось у нас 300 грамм козьего молока и 300 грамм воды. 50 на 50. Включаем на медленный огонь. Накрываем крышкой. Рис у нас настоялся. Рис мы брали обычный. Какой у нас был? 2 ложечки сахара. Вторую ложечку сахара. И мешаем хорошенечко. Можно, конечно, еще добавить масло, но сливочного. Но молоко, как у нас козье, еще раз повторюсь, оно жирное. Где-то, думаю, 3,6%. Процентов, поэтому не стоит. Я думаю, и так будет все вкусно. Козочка не особо пахнет, так что не всегда пахнет козье молоко, не скажу. Молочко у нас закипело. Добавляем рис. И хорошенечко помешиваем. Оставляем готовить на 20 минут. Обязательно не забываем помешивать. Тем временем Дашка ждет кашку. Да, дочь? Кашку будешь? Да. Молодец. Так, завтрак Дашки готов. 100 грамм молочка козьего и кашка рисовая на козьем молоке. Что не доест, съест Марсель. Ну вот и все, друзья. Завтрак готов. Всем приятного аппетита. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами на нашем семейном канале «Мир особенный Дашули». Всем пока-пока, до новых встреч!